Он не заслужил. Ну что, в путь? Как только найдете вертолет, свалим отсюда к чертовой матери. Ну еще бы. Вроде бы вертолет рухнул неподалеку от старого форта. Может, просто пойти на дым? А стоит ли вообще искать вертолет? Вам вид у него был вертолет. Совсем разбитый. Это еще не конец. Если Серпо жив, он будет нашим козырем в переговорах. Вот я мы так и знал, что все этим закончится. С вами все в порядке? Нет, нет. Мне нехорошо. Я здесь торчу уже... Даже не помню, много дней. Меня зовут Райан. Я живу в этом доме. Сосед на меня напал, и я заперся на крыше. А потом было наводнение. Я так и не смог спуститься. У меня рассеянный склероз. А без таблеток симптомы проявляются все сильнее. Я не могу пошевелиться. У вас не осталось где-нибудь запаса лекарств? Может, я их принесу? Да, таблетки у меня в квартире, в этом же доме. Если вы их мне принесете, я буду вам крайне благодарен. Разумеется. О, боже мой, спасибо. Я забаррикадировал дверь, так что вам придется разобрать заграждение. Лекарство лежит в ванной. Спасибо.
Может, там что-то есть? Сожалею.
Мне надо перевести дух. Я нашла кровавые следы. Я дам тебе знать, что получится.